Церемония возложения венков и цветов на площади памяти героев у Вечного огня и Всесвятском кладбище в Краснодаре принял участие Вениамин Кондратьев. Вместе с губернатором почтить память солдат, погибших в войнах, пришли спикер ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернаторы, митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Руководители возложили венки и цветы у Вечного огня, затем у могилы героев Советского Союза братьев Игнатовых и памятника воинам, погибшим при освобождении Краснодара. А в Сочи по традиции главный митинг памяти провели у мемориального комплекса в Завокзальном районе. Здесь захоронены около 2000 воинов Советской Армии. Дань памяти героям отдали их сослуживцы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители администрации, активисты патриотических клубов и общественных объединений. 23 февраля это является День Советской Армии, это образование Советской Армии, поэтому ежегодно празднуется он 23 февралем. Это великий праздник мужчин. Рота 120 человек. Через два дня от роты осталось 18 человек всего. Представляешь? Пришла, у меня сердце разрывается. Я со слезами на глазах с удовольствием приду и поклонюсь всем людям, которые здесь лежат в этих памятных наших могилах. Толпа из желающих возложить цветы растянулась на несколько десятков метров. Сама же церемония длилась около получаса. Добавлю, торжественное возложение цветов – это лишь часть военно-патриотической программы февраля. Предваряли церемонию открытые уроки, конкурсы в школах, университетах и центрах дополнительного образования города.